очередь на скрытого сейчас Деликта. А вот и он представлен. Ахмат. Они играли в ПСЖ. Деликт пока грустит. Пока он вне футбольного поля. 4-3-3. Ювентус по-другому. Маурицио Сарри не играл ни в Эмполи, ни в Наполи, ни в Челси. Это в составе Ювентуса, наверное. Да, Криштиану уходит. В составе... Ну и Тангай Ндомбеле. Полузащитники разного толка. Замены. Кейн не устоял на ногах. Ндомбеле. Пас в штрафную. Лукас Моура. Вот. Ну, вот такой дебют для Ндомбеле. Три касания, голевая передача. И Фертонген. Но дальше Роулс совсем один. И по ногам получает Роулс. Не подает. Игрок Тоттенхэма. Лукас Моура здорово разворачивается под удар. Роулс. Касильяс. В общем, достаточно сложная была история с вратарем. Но это другая история. Лукас Моура у штрафной площади. Де Лихта ввел сначала Тоттенхэм, потом Ювентус. Отыгрался Лукас Моура. Лукас Моура. Марш параллельно с ним движется. Пас-центр. Здесь Де Лихт. Мы игроки опытные, про которых мы очень многое знаем. Дешилья. Дешилья чуть назад. И еще две замены. В составе Тоттенхэма Джордж Марн уходил. Тогда же не было понятно, что он через год вернется. Но Ювентус очень круто, качественно, без шума. Высоко. Кейн получает мяч на углу штрафной. Де Лихт против него. Вот они, звезды. Де Лихт мимо мяча. И не попадает Кейн. В Шанхае против Манчестера 25 числа. Жарко. Только левому бедру. Ну, может быть. Павлину. Де Лихт. Де Шильо. Так привлекательным, как главный тренер для многих команд. Вот это да! Гол! Чума! Из центрального круга. Не будет у нас, судя по всему, серии пенальти. Гарри Кейн, вот это гол! О, Войцех Чесный. Ну, он-то уже думал, в какой кто угол бьет. 11-метровый. И тут ему прилетело за шиворот. Скип. Скрытый пас. И за спину. Ходили, как Дели Алли в Милтон Кинсе, том же, в низших лигах. И уже доводили в Тоттенхэме до уровня. Криминальным ударом. Опять же, это же без обработки. Это удивительное чутье, да. Как так можно пробить?